sen gitmesin. Onda bak gayetini vurdu, vurdu. Но это 1958 год. Алис. Начальника. Здесь был начальник батареи, да? Или кто там он? Кому жаловаться-то? Или это что-то кухня какая-то? Нет, это инстанция очистки воздуха. Mm-hmm. То, что он рассказывал. Круто. Что, вот аккуратно, не надо туда ходить. Куда? Нет, туда не надо ходить? Нет, спиной головой не надо. Ну, просто у меня рюкзак, мне не везде можно развернуться. Вот. Thank you.